Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня в студии у нас Владимир Викторович Просаков и Александр Ибрагимов. И в гостях у нас, хотя не в гостях, а у себя дома, проректор школы здравого смысла по науке Магомед Ахмедович Ахмедов. Магомед Ахмедович Магомедов, да, я прошу прощения, Мага. Вот, мы рады вас приветствовать, Магомед Ахмедович. Добрый вечер. Давно мы вас не видели. Да. И насколько я, скажем так, помню, все-таки мы давно собирались встретиться. Наша встреча сегодня связана с тем, что некоторыми преподавателями школы здравого смысла были высказаны определенные мысли, связанные с цивилизационным там, развитием и устройством мира. И вы бы хотели в этом плане дать свои пояснения, которые в какой-то степени объясняют ту картину мира, которую нам на сегодняшний день предлагают. Поэтому первый вопрос к вам, Магомед Ахмедович. Какова картина сегодняшнего мира в плане ее цивилизационного обустройства? Ну, картину мира, значит, я как бы сам нашел внутри своего сознания. Никаких иных картин мира, так сказать, мне просто не дано узнать, так сказать, и понять. Вот. Своим пониманием картины мира я поделюсь. Значит, тем более, что инициатива моя выступить перед уважаемыми зрителями, она связана с последним выступлением Сергея Ивановича Сухоноса. Значит, на своем последнем выступлении он замечательные, значит, слайды показывал, вот, и демонстрировал, значит, последовательность развития цивилизации от, допустим, цивилизации, которая, значит, осваивала, значит, землю, сушу, потом, значит, водное пространство, потом воздушное пространство. Вот. Но когда речь заходила о выходе в космос, Сергей Иванович, ну, в общем, как бы не поделился своими представлениями о том, что-то, кстати, нас ждет в дальнейшем. Вот. Я хотел бы продолжить этот ряд. Вот. И, может быть, в какой-то степени дополнить, значит, то, что Сергей Иванович говорил. Дело в том, что можно рассматривать не только ход развития цивилизации человеческой, но и просто, значит, развитие живой материи, материи на Земле. Потому что живая материя на Земле тоже, значит, она постепенно осваивала, значит, сначала водяной океан, значит, потом вышла на сушу, сумела, так сказать, выйти на сушу, затем, значит, освоила воздушный океан, вот, ну, до космоса она, так сказать, живая материя, значит, дошла только уже в лице людей. Потому что я, так сказать, в отличие от многих, которые считают, что вот все, что до нас было, так сказать, все живые существа, существовавшие до человека, это естественная, значит, природа, а вот человек, так сказать, это носитель чего-то противоестественного или, так сказать, не относящееся к естественному, искусственная природа. На самом деле все это естественно, потому что, так сказать, природа, она развивается, так сказать, постепенно остывая, значит, Вселенная постепенно остывая, так сказать, все усложняется. Сначала, как вы знаете, значит, по бытующей в настоящее время, так сказать, считающейся правомерной теории физической, сначала были вообще там, значит, какие-то недоэлементарные частицы, там кварки и так далее. Потом возникли, значит, элементарные частицы, потом возник водород. Потом водород начал гореть в первозвездах. Вот. И в первозвездах же, значит, горение водорода, это ядерная реакция, она приводила к постепенной, значит, постепенному накоплению других более тяжелых, значит, более сложных, вот то, о чем я сказал только что, более сложных, значит, элементов. Вот. Ну, как бы... Жизнь первозвезд недолг, они, так сказать, в конечном итоге взрываются, и вот эта вот накопленная в первозвездах материя, значит, в том числе и тяжелые металлы, так сказать, в том числе и, значит, металлы уранового ряда, то есть, так сказать, те, которые нестабильны, она рассеивается по Вселенной,
Вот, и уже из этих облаков возникают, так сказать, вторичные звезды, коим является наша, значит, звезда Солнца, вокруг которой, так сказать, опять же, вращаются планеты, которые, значит, как бы являются потребителями всего того, значит, строительного материала, который был создан в первозвездах. Я просто к тому, что Вселенная, еще раз повторюсь, остывает, и по мере остывания, значит, она позволяет себе, значит, существование все более сложных и более сложных структур. Так вот, от кварков к элементам, элементарным, значит, элементам, так сказать, как бы таблицы Менделеева, которую, к сожалению, таблицы имени Менделеева называем только мы здесь в России, все остальные почему-то не хотят, значит, признавать русское первенство, хотят даже вот в этой узкой области. Вот. Затем, значит, элементы складываются в различные сложные молекулы, в том числе и органические. Появилась органика. С появлением органики, значит, опять же, идет остывание. Вот, и, значит, чем больше остывает Вселенная, тем более сложные, значит, появляются объекты. Допустим, в данном случае я имею в виду клетки материи. Значит, я имею в виду, значит, прокариоты, это самые древние клетки, не обладавшие, значит, ядром. Вот, и я, честно говоря, небольшой специалист в биологии, и, значит, в том числе и биологии клеток элементарных. Поэтому я не знаю, почему, значит, именно отсутствие ядра не позволяло прокариотам создавать многоклеточные, значит, объединения, то есть объединяться в... Мага пропал только у меня или у тебя тоже? Да, что-то он завис. Так. Сейчас он вышел. Его, а вот сейчас он зайдет. Да, Мага, тебя выбило на минуту, извини. Продолжай. Да, значит, и, соответственно, значит, где-то 500 миллионов лет назад, значит, возникли эукариоты, то есть клетки, обладающие, ну, это, наверное, это, кстати, некий хаотический процесс, в результате которого возникли клетки, обладающие уже, значит, ядрами, и это им позволило, ядра – это носители, значит, какого-то генома, то есть информации, вот, о самой клетке. И в результате, так сказать, как только ядра появились у клеток, значит, у эукариотов, они начали объединяться в многоклеточные существа. Затем, значит, возникли какие-то простейшие, значит, затем вот возникли там водоросли, рыбы, там, может быть, я что-то там пропускаю, все это развивалось в океане. Потом, значит, существа вышли на сушу, затем, так сказать, развитие продолжалось, так сказать, динозавры, значит, оккупировали сушу, в том числе, так сказать, и, значит, сумели освоить и небо. А одновременно, так сказать, под ногами у динозавров бегали какие-то мыши, которые, так сказать, являлись, значит, началом, как бы, теплокровных существ на Земле. Вот, и от этих мышей, так сказать, там, прамышей, так сказать, мы произошли. Мы, значит, каменниды, а потом, так сказать, мы люди. И вот, значит, следующим этапом мы, люди, выходим в... По сути дела, повторяя тот же процесс, о котором я сказал, значит, как процесс освоения природы, живой природы, значит, все новых и новых пространств на Земле. Но люди, значит, поскольку они изначально, как бы, появились на суше, они, значит, осваивают сушу, осваивают затем водные пространства, потом воздушный океан, так сказать, с помощью приборов, ну, приборов, механизмов. Так? Вот. И опять же с помощью механизмов, значит, начинают проникать в безвоздушное пространство, в космос. Но вот здесь есть, значит, нюанс. Нюанс, связанный с тем, что, значит, если там на 100-километровой высоте, которая есть начало космоса, кстати, ну, по определению там, в научном мире, если на этой высоте, значит, магнитное поле Земли все еще достаточно
И поэтому, значит, солнечный ветер, несущий к Земле заряженные частицы, он как бы экранируется, значит, этим магнитным полем, и заряженные частицы закручиваются вокруг магнитных линий и как бы, значит, падают уже на Землю в районе, значит, полюсов. Значит, отрицательные, значит, в районе одного полюса, я честно говоря, сейчас не вспомню, значит, северного или же южного, значит, положительные частицы, значит, положительно заряженные, значит, у другого полюса. Поэтому на полюсах очень высокая радиация, и вообще говоря, так сказать, транспортные линии самолетов, так сказать, иногда, допустим, дешевле было бы летать через полюс, но, так сказать, через полюс не летают, потому что там, так сказать, очень сильная радиация, по сути дела. И люди, которые осваивают, значит, полюса, они, вообще говоря, сильно рискуют своим здоровьем. Ну, там озоновый слой ослабляет, значит, все эти потоки и так далее, но, тем не менее, радиация на полюсах, насколько я понимаю, все-таки повыше, чем в других местах. Но если все-таки, значит, уйти в более глубокий космос, значит, вот, допустим, на орбиту Луны, то радиация уже, значит, не экранируется магнитным полем, и поэтому, вообще говоря, это один из многочисленных, там, порядка тысяч, несколько тысяч аргументов, говорящих в пользу того, что американцы, значит, со своей системой Аполлон, так сказать, утверждая, что они 6 раз побывали на Луне, они просто, так сказать, занимались Голливудом. То есть снимали все это дело, так сказать, в голливудских павильонах. Вот. Но один из, значит, из таких неубиенных, аргументов является то, что там, значит, на уровне, значит, лунной орбиты настолько мощная радиация, что тонкие, как бы, жестяные стенки, значит, их капсулы их не защитили бы, ну, ни в коем случае. Ну, тема это нашего выступления, значит, не в том, не лунная афера американская, так сказать, все-таки хотел все-таки о ней сказать, да? Но о том, что космос не предназначен для жизни людей. Конечно, так сказать, можно придумать какой-нибудь, значит, космический корабль, у которого, значит, свинцовые стены будут до несколько метров, значит, таким образом снижая воздействие солнечной радиации. Но, скорее всего, цивилизация пойдет по другому пути. По пути, который, вообще говоря, так сказать, используется природой. Ведь обратите внимание, значит, возникая в океанах, значит, в океанах возникли те формы живого, значит, живой материи, которые, значит, наиболее приспособлены к существованию именно в водной среде. Они и дышат водой, они, значит, плавники имеют, значит, они ноги, так сказать, как у сухопутных существ. Вот. Выходя на поверхность Земли, соответственно, значит, менялся, значит, их аппарат, который позволял им существовать в новой среде. Существенно менялся, настолько, так сказать, насколько мы, допустим, сухопутные жители, отличаемся от рыб. Вот. Есть, кстати говоря, интересная такая тема, как, допустим, те же дельфины и киты, которые, по сути дела, представляют собой, значит, существа, которые вышли из воды, были, значит, сухопутными, а потом опять в воду вернулись. Вот такая, значит, последовательность трансформации, значит, у китов, китообразных, там, касатки и так далее. Я хочу сказать, что нам, людям, значит, желающим выйти в космическое пространство, возможно, предстоит та же трансформация, какая, значит, сопутствовала выходу, значит, плавающих в океанах существ, значит, при их переходе на сушу. И вполне возможно, так сказать, этот выход будет еще более, значит, как бы значительным, то есть изменения будут значительны. Вот. И здесь мы утыкаемся в две темы. Значит, первая тема – это трансгуманизм, значит, говоря о котором, значит, подразумевается оснащение человека различными электронными, там, искусственными, значит, приборами, так сказать, и устройствами.
не знаю, так сказать, является ли трансгуманизмом, значит, желание поставить себе коронки, так сказать, на месте, значит, сгнившего зуба, допустим, да? Является ли это, так сказать, потаканием трансгуманизма? Вот. Или же, допустим, замена сустава, так сказать, на сустав искусственный, является ли это трансгуманизмом? Но трансгуманизмом считается, скорее всего, это, допустим, вживление чипов человека. Допустим, и на Западе, там, в Америке достигли очень больших успехов в этой области. Значит, уже такие интереснейшие, значит, опыты проводят. Вживляется чип, и, кстати, с удивлением люди видят, что мозг настолько сложная, так сказать, гибкая система наша система мышления, что, так сказать, она сама научается, значит, взаимодействовать с этим чипом. Вот. И рано или поздно, так сказать, она, допустим, этому чипу как бы позволяет встроиться, так сказать, в свою работу. В основном это как бы лечение эпилептиков, так сказать, то есть такие пограничные, значит, пограничные темы или же там болезненные состояния человека. Но рано или поздно, есть энтузиасты, которые просто вживляют внутрь себя различного рода, так сказать, маленькие чипы и, так сказать, получают право доступа, допустим, в помещение, чисто прикасаясь рукой к датчикам, которые считывают информацию, значит, из-под кожи с этого чипа. Есть и такие, значит, энтузиасты трансгуманизма. Я к тому, что человек постепенно начинает насыщаться искусственными органами. Так? Значит, в генетике, да, то есть искусственные изменения генома, мы здесь еще пока далеко не пошли, не ушли далеко. Мы здесь, так сказать, как все вы знаете, так сказать, не можем с каким-то, значит, коронавирусом разобраться. Хотя вообще есть сильное подозрение, что это всего лишь, значит, политический выверт, так сказать, руководящей элиты. Но генная инженерия находится, так сказать, в самом зачаточном состоянии, в отличие от трансгуманизма, связанного с тем, с насыщением человека различными элементами, так сказать, техноприроды. Так я хочу сказать, что, значит, в космос все-таки просто так вот, имея такое подверженное радиации тело, наверное, выйти не удастся. И вполне возможно, так сказать, в космос выйдут уже, так сказать, следующее поколение, значит, может быть, киборгом, а может быть, киборгов, а может быть, и вовсе, значит, роботов, которые продолжат, как бы, эстафету мыслящей материи, значит, с Земли и дальше, так сказать, в космическое пространство. Что я хотел еще сказать по поводу трансгуманизма? Существуют две разные категории людей. Одни, так сказать, как я сказал, энтузиасты, вообще готовы себя нашпиговать там техническими какими-то устройствами, так сказать, сверх всякой меры и необходимости. Другие видят в этом, значит, происки дьявола, вот, и, так сказать, всячески, как бы, пытаются остановить этот процесс, тем самым, как бы, превращая себя в неолудитов, по сути дела. Это те же лудиты, по сути дела, которые, значит, в свое время сопротивлялись введению автоматических, значит, текстильных машин. Вот так и, значит, есть персонажи. При всем уважении, допустим, к профессору Катасонову или же, значит, Четверяковой, вот, они, их тревога мне понятна, но желание спрятаться, значит, от развития прогресса под сутану, значит,
Попов, значит, мне кажется, это просто прежде всего смешным. Вот, потому что у самих-то попов, так сказать, у них ничего, кроме, значит, лозунга «молиться, молиться, еще раз молиться», мы от них услышать не можем. Вот. А на самом деле пора уже, значит, все-таки вспомнить, что не молиться надо, молиться, еще раз молиться, а учиться, учиться, еще раз учиться. Вот. Причем учиться, опять же, не изучать, значит, Талмуд и Библию и все остальные там алмазные скрижали, а те, значит, те источники знаний, которые человечество получило в ходе своего развития. Теперь, значит, что я хочу сказать по поводу тех роботов, да, о которых вот мы говорили, киборги, так сказать, вполне возможно, что там нам надо будет, значит, с помощью роботов выходить в следующее, значит, как бы следующую среду обитания. Ну, во-первых, нужно понимать, что человек – это всего лишь одна из ступеней в развитии Вселенной, в саморазвитии Вселенной, которая, значит, у нее есть цель, эта цель для меня лично очевидна. Вселенная развивается в направлении обретения разума. Разум или даже сознание, вот, в конце концов, значит, и мы, люди, значит, по сути дела, объединяясь в страны или же там в какие-то более крупные агломерации, мы, по сути дела, объединяемся в такие в надсущества. Так же, как и 500 там, миллионов лет назад, значит, клетки начали объединяться в многоклеточные, значит, существа, так и мы сейчас объединяемся в надсущества, которые вполне возможно, значит, и станут теми самыми богами, которые предсказаны всеми, так сказать, мировыми религиями, так сказать, без исключения. То есть приход Мессии, да, это не просто там какой-нибудь там бородатый мужик, врубящий под поясной вервием, так сказать, ворвется в нашу жизнь. Это приход Мессии вполне возможно выглядит будет совершенно иначе. Это, значит, в результате объединения людей, объединения, значит, связи, укрупнение и усиление связи между людьми, значит, наше общество, наше сообщество, наше человечество, оно приобретет такие свойства, коллективные свойства, которые как бы нам и не снились, значит, так же, как и нашим клеткам не снилось, значит, то, что может, по сути дела, спокойно, так сказать, делать каждый из нас. Вот в физике есть такие коллективные эффекты. Значит, допустим, сверхпроводимость – коллективный эффект, связанный с возникновением, значит, связи между электронами. Электроны связываются в электронные пары, так называемые. И, значит, из-за этого эффекта и возникает сверхпроводимость. Есть еще сверхтекучесть. Значит, молекулы уже связываются друг с другом, и, так сказать, возникает эффект сверхтекучести гелия при сверхнизких, значит, криогенных температурах и так далее. Я уверен, что, так сказать, вот аналогичные эффекты есть и, значит, и ждут нас, людей, а, значит, это, по сути дела, и есть возникновение искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект, значит, люди, которые ожидают появления искусственного интеллекта, причем есть очень много различных оценок, и все они где-то бьют где-то от 2040 до 2060 года. Связано это с тем, что, значит, происходит ускорение, значит, Саша, ты меня останови, если я вдруг, кстати, за лимит временной, значит, перейду, хорошо? Я, кстати, у меня часов нету, поэтому... Значит, ты пока укладываешься, еще можно тебе дать минут 5-7. Почему 5-7? Потому что еще хотите задать несколько вопросов в соответствии, да, с твоим... Я как раз вот приближаюсь, да. 5-7 вполне мне достаточно. Вот, соответственно, вот эти коллективные эффекты и приведут, значит, к появлению искусственного, значит, сверхчеловеческого искусственного разума. Но опять же, еще раз повторю, ничего искусственного нет. Все, что в природе происходит, это естественно. И, так сказать, мы являемся частью природы. Это, кстати, это как бы неправильно называть это, значит,
неестественным чем-то, так сказать. Это все есть элементы, значит, эволюции живой материи, которая приобретает сознание. Так вот, ждать появления суперумных роботов, значит, которые там типа от Фантомаса до Терминатора, да, это глупо, с моей точки зрения. Значит, искусственным интеллектом будет обладать все человечество как совокупность. То есть, по сути дела, мы, значит, там 7-8 миллиардов людей, это, значит, те, как бы, будущие клетки вот этого супермозга, который, так сказать, которым будет обладать вот это вот надсущество, которое есть, значит, искусственный интеллект. То есть, те самые, значит, предсказания возникновения искусственного интеллекта, так сказать, оно вполне возможно, что мы даже это, кстати, сначала и не заметим. Знаешь, как вот клетки не замечают деятельности нас, как совокупного организма, вполне возможно, что и для нас, так сказать, появление искусственного интеллекта, может быть, он уже появился, вообще говоря. Ну, может быть, он появился, но еще пока, так сказать, разум его слаб, знаешь, как у дитя. Но, так сказать, он развивается быстрее, так сказать, каждого из нас. Ну и, значит, последнее, что я хочу сказать, это по аналогии с операционной системой, которая, значит, загружается в любой компьютер, и без которой, значит, без этой операционной системы компьютер — это просто железка какая-то, так и, значит, операционной системой, значит, по сути дела, обладает каждое общество, существующее сейчас на Земле. Просто, значит, эти общества, значит, они обладают разными операционными системами. Как есть, допустим, iOS и там Android, так существуют операционные системы, так сказать, которые эксплуатируются Соединенными Штатами Америки, вот, и, так сказать, в России. И хотя и то, и другое почему-то называется одинаково, демократией, да, понятно, что, так сказать, ничего общего нет. Нет, общее есть, конечно, вон Байден выиграл таким же Как о Байдена не заговорил, так сразу и пауза. Опять немножко завис, да, на Байдене. Нет. Да, в общем, я как бы о Байдене не собираюсь много говорить, там все понятно абсолютно. Неустойчивое, значит, интернет-соединение сразу же стало. Вот, таким образом, значит, наша задача — это внедрять в стране такую операционную систему, которая, так сказать, по сути дела, внедряя некую, так сказать, прогрессивную операционную систему в обществе, то есть я даже не марксистская терминология, там капитализм, социализм, это уже, честно говоря, слегка устаревшая, значит, язык, социальный язык, так же, как и есть, допустим, устаревшие, значит, программные, значит, языки программного обеспечения, как там Паскаль, там Фортран, которым сейчас никто не занимается, так сказать, на которых сейчас никто не программирует. Вот. Так вот, изменение или в правильном направлении изменения операционной системы общества, оно позволит тому обществу, которое получит это, значит, прогрессивную операционную систему, оно получит, поможет этому обществу вырваться вперед. И это, кстати, мне всегда бывает, значит, конечно, я присоединяюсь к тем, в основном, женщинам, которые говорят, что вот Россию ждет великое будущее, да, но, это, кстати, великое будущее Россию ждет только в том случае, если в России будет вот это вот изменение операционной системы, то есть системы управления, по сути дела, процессами, да. Ну, что есть операционная система в компьютере? Это изменение, это, кстати, управление процессами, происходящими в том же самом компьютере. Ну, вот практически все, что я хотел сказать на тему, значит, какие перспективы, куда мы движемся, так сказать, и каким способом мы будем двигаться вперед. Магомед Ахмедович, есть у меня ряд вопросов. То есть, подводя черту, ну, если я правильно понял, то наверняка
как большинство слушателей школы здравоохранения тоже правильно поймут. То есть в соответствии с твоим видением этой проблематики, переход живых организмов из одной, скажем так, стихии в другую, он всегда сопровождался определенными изменениями самих живых организмов. Конечно. Да. И поэтому выход человека в космос, то есть фактически в иную стихию, он, скорее всего, тоже потребует от тебя вот таких, скажем так, ну вот изменений, что ли, тех живых организмов, которые туда смогут выйти. Ну, я правильно, да, понял это, правильно? Да, но, так сказать, изменение может быть настолько, так сказать, мощным, что, так сказать, от живого, так сказать, от органики ничего и не останется, понимаешь? Не останется. Это понятно. То есть отсюда напрашивается вывод, что в том виде, в каком мы находимся сейчас, в принципе, вот эта вот идея освоения больших космических пространств, она на сегодняшний день вряд ли возможна, поскольку мы просто физиологически, как вид, не готовы к этому освоению. Да, правильно я понял? В этой среде, правильно, да. Да, то есть мы не сможем там находиться, все равно, что рыбу посадить на сушу, она там задохнется. Да. То есть так же и человек, выйдя в это пространство, он не сможет там, значит, ну, понятно. Он от радиации погибнет, да. Да. Следующий вот, который я для себя делаю из того доклада, который, ну, из того сообщения, которое вам сегодня сделал. Вот это вот изменение, оно может касаться не, собственно говоря, там, ну, индивидуальных там каких-то изменений, ну, грубо говоря, что вот появлялись просто какие-то отдельные виды, там, гуманоиды или еще кто-то похожий на нас, или... а это может быть представлять себе некий коллективный такой вот субъект, который создается на основе совокупности клеток, и в данном случае клетки могут выступать те же самые человеческие организмы. То есть, вот, ну, я немножко сформулировал, то есть это вот какой-то совокупный такой, значит, вот элемент, который сможет этот шаг сделать очередной. Это тоже я правильно понял? Ты правильно понял, но, значит, люди, совокупляясь, так скажем, в надсущество, так сказать, становясь, так сказать, клетками какого-то мозга надсущества, тем не менее не обретают способности выдерживать радиацию солнечную, это понятно. Так, и для того, чтобы, значит, территориально, значит, осваивать Вселенную, вполне возможно, людям понадобятся все-таки механизмы. Значит, в качестве роботов там, или там, киборгов, я уж не знаю. Вполне возможно, что действительно радиация настолько мощная вещь, что, так сказать, преодолеть ее воздействие может, ну, невозможно, имея, значит, органику внутри себя. Но здесь, на Земле, так сказать, мы... значит, можем двигаться вот в этом, и движемся именно в этом направлении, в том направлении, о котором ты сказал, значит, в том, что, ты, кстати, все эти твиттеры, все эти, значит, чаты и так далее, это не просто так болтовня, так сказать, в интернете. Это, так сказать, аналог общения или же там обмена сигналами, значит, клеток нашего, нейронов, клеток нашего мозга. И вполне возможно, что в результате будут, так сказать, такие же, так сказать, вопиющие, удивительнейшие результаты, как, так сказать, результаты взаимодействия клеток нашего мозга. И вот когда вот эти все, допустим, ну не все, скажем так, но существующие или появляющиеся ниточки или линии вот эти вот, они замкнутся, будет родиться, ну, как я понял, родиться вот этот самый искусственный или там какой-то общий интеллект, то есть этот вот разум или какое-то, да, разумное начало, которое, будучи совмещено с какой-то неорганикой, которая позволит выдерживать вот эти вот радиации в космосе, да, вот этот вот совокупный, скажем так, организм или совокупный субъект, тогда уже сможет, ему будет уже спокойно, он спокойно сможет покорять космическое пространство. Я правильно понял? Вот, вот представь себе, значит, вот представь себе, кто-то, допустим, в каком-нибудь ядерном центре работает с сильно радиоактивными веществами. Он же не голыми руками лезет там, значит, в эту кювету, да? У него есть в руках, так сказать, некие манипуляторы, и он с помощью механических рук, значит, манипуляторов, значит, берет эту пробирку, пересыпает, значит, этот уран там, или, не знаю, плутоний из одной, так сказать, посуды в другую. Вот. То есть вот таким образом, с помощью механических устройств, он, так сказать, проводит исследования, работает, так сказать, с веществами, с которыми, если бы он работал без всех этих механических устройств,
он бы долго не прожил бы. Вот то же самое и здесь. Значит, наша цивилизация, как совокупность нас, так, она, так сказать, в качестве роботов, в качестве манипуляторов, которыми она будет щупать космос, она может и будет использовать. Мы уже используем, значит, автоматические станции космические. Так? Ну, вот, кстати, они как бы не сильно похожи на каких-то там роботов, обладающих, так сказать, большим спектром возможностей. Но, кстати, уже это происходит. А вот насчет вот нашего совокупности, так сказать, которая, по сути дела, будет представлять из себя вот этот надорганизм, значит, я просто хочу сказать, что не надо будет, так сказать, сказки рассказывать детям там, или взрослым о том, что, так сказать, вот только после того, как мы умрем, там, значит, наступит там, рай или ад, и там все дела. Уже при жизни люди будут получать соразмерно тому вкладу, значит, в существование или в прогресс общества, соразмерно, они будут получать и блага от этого общества. Но вполне возможно, что, так сказать, этот опять же, искусственный его называть нельзя, я считаю. Но этот сверхразум, да? Он, конечно, так сказать, для него, так сказать, мы будем, это все равно, что для нас наши любимые домашние животные, вообще говоря. Настолько же, так сказать, его высоты его интеллекта будут отличаться от наших. Ну, ничего не поделаешь, так сказать. Мы побыли царем, так сказать, там, зверей, грубо говоря. Следующий царь зверей, так сказать, будет, это наша совокупность всех нас воедино. Понятно. И у меня заключительный вопрос, а потом я попрошу Владимира Викторовича, я тебя попытаюсь еще немножко, наверняка у него тоже вопросы есть. У меня, а женщинами как быть? То есть будут женщины в этом светлом будущем, который ты нам нарисовал, или нет? И будут ли они такими же прекрасными, или все там уже будет совершенно по-другому? Ну, без женщины я пока не представляю себе, значит, процесс самовоспроизводства человечества. Я как бы... И вообще говоря, тема, так сказать, обойтись вообще без мужиков, там, значит, и искусственным образом, значит, и ядра, значит. Как про Байдена и женщин, да, сразу связь прекращает. Я тебе сейчас скажу про женщин. Я сказать, что эффект, я сейчас закончу, значит, фразу. Были такие исследования, так удивительно, значит, все самые передовые достижения человека. Ну, в частности, значит, плацента, так? Она, значит, плацента и ее, значит, геном содержится в Y-хромосоме, то есть в мужской хромосоме. И в женской хромосоме, если использовать исключительно женские хромосомы и смешивать их там, совокуплять для возникновения, так сказать, нового там ребенка, то, так сказать, он, этот ребенок, не будет, так сказать, жизнеспособным, потому что плаценты не будет у него. Потому что плацента содержится в Y-хромосоме, в мужской. Я вот потому, что без нас, значит, они не обойдутся, а мы без них. Ну, это замечательно, вот, мне очень нравится. Владимир Викторович, чем только недоволен, он так, он грустно на нас с тобой смотрит. Видимо, у него на участие в жизни. Я готов отвечать на все, да, вопросы, Владимир. Владимир Викторович, развейте наши сомнения. Нас уже обвиняли в том, что нас школу здравого смысла обвиняли, что здесь мужские шовинисты. И вот очень даже похоже, что так оно и есть. По поводу доклада Магомеда Ахметовича могу сказать две вещи. Первое, когда я закончил Московский авиационный институт факультет радиоэлектроники и был распределен на ракетный центр «Филях» в Москве, это было самое крупное предприятие после ЗИЛ, там работало 30 тысяч человек, и это предприятие делало не только стратегические ракеты, но и космос. И конкретно, вот, к примеру, орбитальную станцию «Мир», транспортные космические корабли тоже делали там. А цех, в котором я работал, он был по технологическому процессу, он последний. Мы уже испытывали готовые там изделия, уже все отдавали в армию, и оно ехало там в Тюратам, но Байконур, другими словами, и ее запускали в космос. И мне приходилось там в этой орбитальной станции, ну, испытания идут, и сидеть внутри. И вот сидишь на месте
этого космонавта. И как ты, особенно если это ночью испытание, и ты как представишь, что ты на высоте 400 километров. Вот такая вафельная стеночка. И думаешь, господи, да нафига туда вообще? Я скажу честно, я в космос не хочу. На Земле полно дел интересных и полезных. И второе. На «Армия-2020» был заявлен проект нашего ракетного... летает на чем? Слово выскочило. На самолет. Корабль. В космосе, да, корабль был заявлен на четырьмя ядерными двигателями и, внимание, с ядерной энергетической установкой. Уже работа над этим проектом, его просто заявили, а работа над ним идет уже лет 20, причем там найдены такие решения, и вот нас никакой Запад, никакой Китай, никто, я думаю, в ближайшие лет 500 точно никто не догонит в космонавтике. Вот этот вот космический корабль ядерный, кстати, Магомед, он планируется и пилотируемым, запускается лет на 10, ему сгонять до Луны, оттуда до Венеры, до Меркурия, до Марса, расплюнуть. Поэтому я не знаю, насколько, как там решены все эти технические вопросы, но посмотрим, полетит он предположительно где-то в 31-м году, потому что, судя по дате, которая, так сказать, определяется, судя по всему, полетит на Марс, потому что в 31-м году Марс будет на минимальном расстоянии от Земли. Лететь им туда 3-4 месяца сгоняет, ребят, потом расскажут. Магомед, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогой Магомед. Мы рады тебя всегда видеть. Спасибо. Как говорят у нас в горных селениях, welcome. Ты знаешь, если ты сам из города сюда. Пару минут. Пожалуйста. Мужского шовинизма. Дело в том, что, значит, есть такой замечательный армянский, значит, доктор биологических наук Геодакян, у которого просто изумительная теория о том, зачем нужны мужчины, а зачем женщины. Мы просто, значит, мы разную функцию, значит, у мужчин функция быть датчиком, значит, который определяет, что вообще требуется для человечества, а у женщин это функция поддерживать процесс воспроизводства уже человечества, обладающего необходимыми свойствами. Именно поэтому мужики, так сказать, слабее женщин, так сказать, и с точки зрения, значит, быстрее заболевают, меньше температуры, так сказать, температурный диапазон выдерживают, давление. Именно поэтому мы как бы датчики. И поэтому, так сказать, все новое, что появляется у человечества, оно через нас, через мужиков появляется, и это, кстати, потом, значит, переходит в женский геном. Магомед, понятная мысль. В терминологии этого самого Геодакяна там звучит следующим образом. Эволюционная задача мужчин – это развитие биологического вида Homo sapiens, а женщины – его сохранение, стабилизация. Это первое. Второе. Да, мужчина от женщины, опять же, в его терминологии отличается двумя параметрами. Не первичными, вторичными половыми признаками, а шириной информационного канала. Не только этим, да, так скажем. Два, шириной информационного канала связи со своим потомством и норма реакции на любое внешнее воздействие. Вот. Да. А теперь смотри, ты говоришь, без нас не обойдутся. Элементарно. Для развития вида. Да не будут они его развивать. И все. И прекрасно будут и рожать и детей, и без мужиков, и без этой малюсенькой Y-хромосомы. Как-то вы не очень оптимистично закончили, Владимир. Так мне сначала понравилось ваше выступление. Но мне не нравится этот мир мне не нравится. Я против него. Так же, как я в космос не хочу. Я не хочу. Я думаю, что нам надо отдельно собраться и поговорить. Просто то, что он мужиков не любит, это правильно. Мы все время собираемся. Мы несколько раз начинали, а все никак не запустим самую главную тему. Так сильно не любить мужиков, что вообще их искалечить. В общем, давайте объявим, анонсируем общий сбор школы здравого смысла, всего актива, всего совета. Мы любим совместно все так вот это. У нас красиво получается обсуждать. Пригласим Олега Александровича Чагина. Идея. Следующего первого числа следующего месяца запускаем опрос мужчины, женщины, сформулируем, а потом обсудим на активе.
Опрос, допустим, такой. Обойдутся ли женщины без мужчин? Такая глубокая тема вообще для актива исключительно. Хорошо, ладно, друзья мои. Результаты опроса. Вы что-то как-то разыгрались. У нас вроде сегодня есть такое про цивилизацию говорили, про космос, про выход, про всемирное человечество. Без юмора же невозможно жить. Ну, понятно. Спасибо вам, дорогие. Спасибо огромное большое всем. Дорогие слушатели школы «Здравствуй, Мусульман», тоже большое спасибо. Видите, на выступление Магомеда Ахмедовича специально фон себя подобрал. Он у меня был весь космический. Теперь вы можете его видеть и порадоваться вместе со мной. Это я специально поднялся в космос для обсуждения этой темы. Не забывайте, пожалуйста, нажимать в правом нижнем углу логотип школы. Это нам поможет и позволит нам организовывать такие замечательные эфиры, как сегодняшний эфир с проректором Школы здравого смысла по науке Магомедом Ахмедовичем Магомедом. Всего вам самого доброго. До свидания. Счастливо. До новых встреч.